Привет, мужики. Сейчас пойдем выяснять, что открывают ключи РБПСВ-1 и РБПСВ-2. Решил записать это все одним роликом. Почему? Потому что двери находятся друг напротив друга, и смысла нету разделять видос на две части. Итак, мы находимся на Кашках, депо, куда поезд приезжает, гермозатвор, белый конь. Так как мы через гермозатвор уже проходили, открывая очередную дверь в подвале, пойдем через черный вход. Проходим налево, сразу вот эта дверь первая. Открываем. PSV-1. Первый ключ. Коробочка одна. Вторая коробочка лутаемая. Третья коробочка лутаемая. А вот и четвертая лутаемая. Пойдем посмотрим сразу, что PSV-2 открывает. Открывает он именно вот эту дверь. Но я уже ее открыл случайно. Поэтому ключ не применится. Откроем просто руками. Тоже раз коробочка, два коробочка, три коробочка, четыре коробочка. Ну, надеюсь, помог. Спасибо за просмотр. Счастливо.